Всем привет. Это мои ручки. Ручечки, ручки, покажи свои ручечки. Это телефон со впатидрёй. Ну что, Ребзи, я хочу вам кое-что сказать. Мы хотим кое-что сказать. Американские сладости 3! И как вы, ребятки, вам говорили, эта часть стоит... 4 тысячи рублей! А, вообще было две походки. Первая была в Нижнем Новгороде, она стоила в районе 1300. Артём вспомнит. Да, и вторая походка была сегодня, она была, не скажу в каком городе, в нашем родном городе, в котором, вернее, находимся мы сейчас вдвоем. И она стоила нам две, практически, в 1980 рублей. Ну, на 20 рублей там не было ничего. Ребятки, я вам обещаю, ролик будет разделен на очень много частей, потому что там столько всего, там Ребзи. Там много маленьких подтем. Там много маленьких, много большого. Там есть прикольная вещь, и там есть вещи, от которых мы опять будем орать. Да, и они и даже больше. Начнем с жевательных резинок. Начнем с жевательных резинок, ребятки. Очень, ребята, много. Очень. Я их пока достаю, Том и Джерри дыни, да. Это какая-то фигня. Вот я вам даже покажу, нравится. Смотрите, это какая-то китайская жвачка, Биг, что-то там. Еще один Том и Джерри. Лишний. Том и Джерри с дыней? Еще одна какая-то непонятная штучка. И с чем-то еще, да, с Том и Джерри? Да. А из жвачек самым интересным для нас будет Хубба-Буба. Хубба-Буба, да, дорогие в оригинале друзья. Это Хабба-Баба. Да, Хубба-Буба была куплена, знаете где? В Нижнем Новгороде. Да, дорогие друзья. Я из двух пакетов достаю, я буду отделять. Это вроде бы тоже, это тоже Нижнего Новгорода. Какие сколько жвачек. Там еще много леденцов, мы еще леденцы попробуем, ребятки. На этом жвачки закончились, начнем с менее интересного, Том и Джерри. Давай, я такую-то такую. Нет, там много, на самом деле, там их по 4 штучки, поэтому мы обе попробуем. Ну давай. Ладно, да, надо же на вас на глазах это делать, открывать. А, да, ребятки, ролик капец. Я мне могу лучше позвонить, короче, ну забить. Это жесть. Сейчас. Ну, потому что дураки взяли и еще наелись перед этим, да. Да, у нас, кстати, были некоторые похождения сегодня сложные, мы вам расскажем, очень. Почему. Мы боялись, то, что сегодня даже будет маленький ролик только из Нижнего Новгорода. Вот дыневая жвачка Том энд Джерри. Попробуем ее. Я пока, вот, у нас будет чеком, у нас этот чек, на самом деле, будет подстилка для жвачек использованных. Ну, дыня обычная. Угу. Химозная немного. Обычная невкусная дыня. Очень химозная. Без сахара. Нет, ну химозная. Просто очень химозная. Да. Я даже дожевывать не буду. Ты как знаешь, типа... Я даже дожевывать не буду, невкусно. Том и Джерри со вкусом дыни получает от нас мало баллов, потому что он невкусный. Мы вам покажем все жвачки, которые остались. Да, это будет зрелище не для слабонервных. Да, противно, но ничего, это не кровь. Да. Так, мы вообще надеемся на Том и Джерри Кока-Колу, иначе Том и Джерри получит у нас большой и жирный минус. Блин, ребятки, вы же вы понимали, там будут такое... Помню, да, мы будем орать, даже больше, чем там от прошлого будет выпуска. Наша мечта. Этот ройтер будет отдельно сделан. О, кстати, будет... что это? Мы... Да ладно, это вкладыш, это вкладыш. Ой, о, покажи ко мне. Это вкладыш, так, надо будет посмотреть, что и там вкладыш. Так, я только что понял. Том и Джерри вместе на пляж. Мы покажем тебе вкладыши, потому что тут есть вкладыши тоже. Сейчас, погодите. Так, получается, и там тоже есть вкладыш. И он другой, кстати, да? Он другой. Так, погоди. Тут у нас какой чудесный день. Это, видимо, главный герой Том и... Вернее, Том и Джерри, видимо, на время забыли о вражде. О прекрасной вкладыше. Так, ты взял уже жвачку, да? Да, и вкус просто Кока-Кола. Погоди, я не пробовал... Ну вот, на ваших глазах ее открою, посмотрим, какой она цвета. Она тоже белая. Ну, мне нравится. Да, очень вкусно. Как мармеладный Мишки Харибу с колой, вы знаете? Угу, очень вкусно. Ну, я долго жевать не буду, потому что у нас еще очень много. Именно были такие бутылочки колы, и ты их ел просто, я вот их в школе ел, вкусно очень. Я в этом году Новый год мне подарили, я пачку выжрал. Да, у нас был автомат, 80 рублей стоили. Пока что мне нравится только кола. Пока что... Да, кола, Том и Джерри и кола получают у нас респект. Love is жевательные конфеты с вкладышами. Это целая пачка, тут очень много всякого. Значит, прям они больше, чем Том и Джерри. Сравните. Видите? Том и Джерри чуть подлиннее, но они тоньше...
по размеру почти одинаковые, только Том и Джерри длиннее и уже. Вот, тоньше, вернее. Так, скорее всего, вкладыши у нас именно вот эти вот упаковки являются. Поэтому у нас одну, интересно, разные у нас вкладыши будут. Так, у нас, у меня вот такой вкладыш Love Is. Любовь это. Мы вам все не покажем сейчас, поэтому. Да, все мы не покажем. Показывай теперь свой вкладыш. Так, у меня вот такой. Да, у него другой вкладыш. Вот, у нас два разных вкладыша. Это поцелуй и какая-то вечерняя. Мы в конце ролика покажем все вкладыши, которые найдем. Так, какой вкус у нас? Не знаю, попробуем. Какая жёлтая. Попробовал? Банан. Клубника. Да, банана клубника. Очень вкусная, нежная. Только жестковато. Да. А, кстати, в этот раз мы не брали такие настоящие жвачки по типу турбо, потому что они все оказываются отстой. Да, не то. Ладно, неплохо. Следующая жвачка какой-то там. Пока нет. Биг, ребята. Это от Лотте. У нас две жвачки от Лотте. Это те, кто производит Чокопай. Именно первый изначально Чокопай производили Лотте. Это у нас какая-то биг... большой пузырь. Пробуй надуть пузыри, кстати, ради интереса. Они заявлены большой пузырь. Но мы вам его не покажем, к сожалению. Да, потому что это лицо. Итак, вот это я понимаю, мое почтение. Пластинки. Они гигантские. Держи. Пластинки огромные. Кстати, жвачка должна быть поэтому помягче. Это радует. Мягче жвачка, это хорошо. Интересно, Love Is можно есть? Love Is? Нет, не надо их есть. Ну ладно. Ты их что, съел? Сеня съел Love Is. Ну что же, посмотрим, насколько все плохо. А это интересно, это вкладыш? Нет, это не вкладыш. Но мы все равно положим в коллекцию. Китайское дерьмо. Мы тоже положим это в коллекцию вкладыш, они одинаковые. Так, ну что? Мука, вернее. По жвачке давай. Давай, смотрите, крестик так получается, крестик. Вы не имеете права смотреть этот ролик, пока не подпишетесь на канал. Быстро! У вас есть 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Умница, что подписался, и крестик исчезает. Да. Let's go, кроликов. Да. Кислое. Да. Сегодня будет много кислого. Прям очень кислое. Прям очень кислое. Но не могу это есть. Фигня. Я даже пузырь не надул. Даже пробовать не буду, она очень кислая. Я, конечно, могу там лимон съесть или кислые конфеты чупа-чупс, но я не хочу, это мне не нравится. Короче, жжет до сих пор. Давай, Сень, выплевывай. True Color. Чамбин, Бабл Блю, какие-то анимешные персонажи. Так, крышечка, и тоже это жвачка в пластинках. Я заметил то, что Лотте очень любят жвачки в пластинках. Все жвачки от Лотте у нас были в пластинках. Это очень удобно, на самом деле. Да. Надеюсь, эти хотя бы будут не кислые. Поехали. Мы так блицем, потому что у нас очень много всего снимать. У нас ограниченное количество времени, поэтому мы так блицем. В прошлом ролике мы растягивали хронометраж, потому что у нас было, честно говоря, мало всего. Причем можно сейчас целых 500 рублей. Вы кинете? Так, я не попробовал, не спойлери. Не спойлери, я не попробовал. А, вкладыши есть кутик. Надеюсь, это не будет... Ой, это реально вкладыши, ребят. Вкладыши. Ну, смотрите. У меня вкладыш довольно интересный, блин. Порвал, ну и ладно. Это, я не знаю, кто. Говно. Это персонаж. Надеюсь, оно не будет. Откровенное говно. Надеюсь, на сцене не будет такого после... Вот, после того, как мы все попробуем. Да, там будет столько... Вот, спойлер, да, что там будет? Много чего. Там будет и сладкое, кислое, и... Самое главное. Самое главное, это самое... Самое интересное, хуба-буба, культовая жвачка. О, ради которой я приехал в Нижний Новгород. Чёрт, как её открывать? А, я понял, всё, не надо, я понял. А разве так? Да, у неё тут перфорация. А тут заклеили, умные, ладно. По перфорации, тоже по перфорации откроем. Так, ребят, просто тяжело. Прикрываем жвачку, чтобы было на это не так противно смотреть.
Да, перфорация. Было бедро рядом поставить, бедро. У-у-у, как там все. В общем, это огромный моток жвачки. Надо оторвать. Ну я... Раскручиваем ее. Давай немного, чтобы... Нет, ее же можно глотать, нет? Нет, ее тоже нельзя, наверное, глотать. Вообще любую жвачку можно глотать, она в любом случае выйдет из тебя естественным путем, но все равно. Все равно я... Скажи, какой вкус, вкус. Какой-то непонятный, какие-то ягодки, вкрапления ягодок. Прекрасно. Да, вот, смотрите, арбуз, ягода. Я уже попробовал, не буду спойлерить, но мне нравится. Мне нравится. Клубника с арбузом. Прикольно. Кстати, я обычно хуй выбью, у нас что есть татуировки, которые можно этот... Тут их нет, скорее всего. Ну да, вот, скорее всего, нет, да? Их тут нет, не надо раз. Так. Ну что ж, с жвачками мы разобрались достаточно быстро, все за 10 минут. Переходим к следующей части. У нас не все, у нас еще есть не жидкое, леденцы. Да, я в Пати Дрю купил леденцы. В Нижнем Новгороде, все леденцы в Нижнем Новгороде. Итак, вот такой пин-поп. Какой-то вот с нарисованным логотипом Человека-паука. Так, какая-то... Вот это вот... Было, значит, шары из крови. Мне уже плохо после жвачки, ребят. А? После жвачки что-то... Еще одни шары крови. Понимаете, это только жвачки. А что будет дальше? У нас очень много всего. Так, вроде бы... И вот еще поп, вот это вот. Это, видимо, еще одна такая же. Нет, это другая. Вот это очень кислый, это кислый самый. Он красит язык в синий цвет. Ну, это тебе, Сень. Не, я кислый не хочу пока что. Ладно. Итак, вроде бы это все леденцы, да, это все леденцы. Давай. Конечно, было не очень правильно. Давай мы начнем с таких вот, с вот этих вот. А, правильно, блок. Давай. И те, которые хотя бы у нас пара. У нас хотя бы есть два таких. Спасибо, то, что хотя бы какие-то леденцы взял пары. Ну, а я не виноват, я просто брал рандом. Ну и ладно, не страшно. Это, значит, какой-то черный блудбол. Я посмотрел, что мелкая и стоит 20 рублей всего лишь. Почему нет? Ну, это какая-то ягода. Сколько стоит? Сколько эта штука стоит? 20 рублей на ветер. Ну, это реально безвкусная фигня. Нет. Я за пакетом. Разжуй. А, не жвачные? Да. Литвинка. Да. Ладно. Я поспешил. За пакетом всем расскажу. Да, Паша несет сейчас пакет, короче, чтобы... Блин, жвачку. Так жвачка вкусно. Мне. Жвачки вам показывать не будем, слишком отвратительно. Выкинем их все. И, короче, вкладыши. Мы закончили с жвачками. Я покажу сейчас все вкладыши сразу, и мы их тоже выкинем. Нам надо очищать стол, потому что у нас достаточно мало места для съемок. Его захламлять это неправильно. Мы закончили с жвачками, поэтому сейчас будем по очереди вкладыши выкидывать. Этот вкладыш от жвачки вот этой вот. Какой-то мультик. Какой-то китайский мультик. Потому что тут, твои типа... Твои пакеты надо кое-что сделать. А, выплюнуть, да? Ну, смотри. Еще какой-то вкладыш. Выплюнул? Да. Так, какой-то вкладыш. Вкладыш Тома и Джерри, какой чудесный день. Да, для вас это не чудесный. Какой чудесный я. И песенка моя. Веси на пляж. Это у нас чисто просто два одинаковых. Это даже не вкладыш, я просто упаковку сохранил. Ну и лавы, скучно. Все, теперь мы выкидываем весь мусор, который остался. Весь мусор. Так, ребятки, я пока посмотрю, сколько у нас времени осталось. Нормально. Так, прекрасно. Так, блицем. Давай с пинг-пона. Так, тебе каждому у нас по конфетке, вот этого пинг-пона. Ну вот эти вот, я не знаю, леденцы пробовать или нет. Давайте мы не будем пробовать эти леденцы. Да, потому что их долго есть. Мы не будем их пробовать, мы ничего не будем пробовать из леденцов. Да. Если останется время в этом ролике, мы попробуем, потому что у нас реально времени достаточно ограничено. Так, куда положил? Положил в пакет обратно. Мы, помните, ту самую трубку очень вкусную? Клубника. Которая была костей. Клубника, да. Клубника, значит, сливки. Мы взяли все виды, которые нашли. Это у нас... Получается голубика или черника. Это виноград молоко... черный.
А, да. Виноград с молоком, а зеленое яблоко с молоком и по идее, грушеное. Бананы с молоком. А банан? Давайте начнем. Нет, давайте вот я разложу вот так вот. Закрой глаза. Значит, случайно я смогу бы закрыть глаза. Так, называй цифру 1 до 3. 2. Ты выбрал зеленое яблоко и молоко. Мы, кстати, и мы дальше будем так выбирать вот эти вот штуки. Да, ребятки. Прикольно, я придумал. Черт, я забыл одну вещь. В прошлый раз мы совершили ошибку, а именно к этим конфетам мы не взяли разделочную доску с ножиком. Они очень трудно рвутся, и чтобы более-менее нормально их разрезать, я принес разделочную доску с ножиком. Потому. Начинается на У. Да, начинается на У. Я, конечно, глаз алмаз. Так, ну, надо примерно хотя бы напополам. Где-то вот так. Уф, реально даже режется тяжело. Мне кажется, нет. Вот. Это тебе. Это мне. Ролочка. Молоко чувствуется сразу. Кокос. Я ничего не чувствую, кроме молока. Говно. Да нет. Просто в этот раз очень много молока, смотрите. Фокусируюсь. Вот. Это все белое, это молоко, а зеленое это яблоко зеленое. А тут смотрите. Кстати, в этом ролике мнение эксперта не будет, потому что, к сожалению, эксперт не сможет прокомментировать, потому что его нет. Не, ребятки, я даже это есть не буду. Мне вот первое блюдо, которое мне не понравилось, наверное, да? А где мусор? Мы этого выкидывать не будем, потом поедем. А где мусор? Наш. Не очень. Давайте. Давайте нормально. Мое мнение. Мне понравилось, но это чисто вкус молока, поэтому не очень вкусно. Ну просто вкус молока. А я скажу говно. Ну да. Опять же, закрыли глаза оба и тасуем. Так, от 1 до 2. 1. Ты выбрал клубника, черный виноград, да. Да, ты выбрал черный виноград. Я его хотел прям первым. Так, давайте отдельно отложим вот так вот эти две палочки. Черный виноград и молоко. Надеюсь, в этот раз черного винограда будет побольше, вернее, ну вообще начинки вот этой фруктовой будет побольше. Фруктово-ягодной, химозной. Теперь ее еще открыть надо бы. Так, о, тут прямо вот смотрите, я сейчас вам даже для сравнения покажу. Смотрите, в этот раз положили нам начинки. И в тот раз. Тут разница небо и земля. Понимаете меня, да? Ну я, наверное, мне отрезаю маленькую такую, потому что... Да нет, мы напополам. Это вкуснее должна быть, потому что она... Ты же помнишь, как тебе понравилось? Потому что там было много начинки. Тут чисто молоко. А мне это вообще не понравилось. Вот это вот яблочное. Ну, клубничная. Помнишь, клубничная, да. Тебе же понравилось? Это лучше. Угу. Виноградь начинает чувствоваться. Много муки. Молока. Это тоже какая-то фигня. Почему клубничная была вкусная? Опять же, не чувствуется ничего, кроме молока. Дальше, да? Наверное, потому что клубника хорошо с молоком считается. Наверное. Вот реально не чувствуется вкуса ничего, кроме молока. Пока ну, что... Выбора нету, в принципе. Хотя я могу там что-то поделать, но все равно смысл. Банановый. Знаете, что тоже можно жевать? Ребят, еще у вас дальше жрется эта жесть. Угу. Да, ну еще пару сладостей, мы уже ролик заканчиваем, ребятки. Да, мы разделим это на много-много-много частей. Да, ну, эта часть будет чисто с едой. Это, наверное, последняя уже, да? Так, это нет, у нас еще есть конфетки, помнишь? Это будет чисто с едой, потом напитки, а потом самое интересное, да, 2 ролика осень. Это интересно, это банан и молоко. Видимо, молоко по центру, а банан снаружи. Интересное решение. Надеюсь, это будет вкусно. Ну, вроде банан с молоком неплохо сочетается. На. Банан с молоком. Не, это поменьше просто, на, побольше. Я неравномерно в этот раз разрезал, к сожалению. Так. Мне это нравится. Банан и молоко, это вкусно. Это вкусно. Хоть что-то вкусное сегодня. Вот этот из этих палочек. Вот наш вердикт. Нет.
Мы пробуем все вкусы этих палочек, которые мы нашли. Первое место — это клубника с молоком, да? На первом месте. Помнишь? Не понял. Первое место... Мне банан вообще не понравился. Мне больше всего понравился, ребятки, это виноградный. Он жуется этот, а после этого мне как-то противно стало аж. Ой, возможно, блин, это потому... реально плохо. Возможно, мне реально, вот я думаю, почему мне плохо было. Я думаю, мне плохо стало из-за чипсов. Нет, мне плохо стало, походу, из-за этой штуки. Поэтому, очень, ребятки, странная штука. Такую штуку есть не будем, наверное, больше. Мне код предупреждения написали. Поэтому на всякий случай сейчас остановлю запись. Будет там маленький файл всего. Да. Так, вот это вот. Это то, что я ему советовал. Скажу честно. Вот такой вроде же. Итак, Совпатидру вернулся, и мы, я тоже. Я убрал просто доску, если вы заметили. Так вот, скажу честно, вот то, что сейчас вы увидите, я пробовал. Вот вообще первое, что я купил в магазине американских сладостей, был напиток M&M's со вкусом то ли M&M's, он такой себе, не берите его, бывало, есть получше. А вторым я чисто для себя уже взял, мне бабушка, первый поход мне бабушка купила этот сам напиток, а потом я уже сам купил себе, это типа M&M's, только он намного вкуснее от Nestle, понимаете? А, я такой уже пробовал. А, Сафайдрю тоже такое пробовал, но мы обязаны это попробовать. Давайте, не будем много. По одной штучечке буквально. Да, давай я уберу. Да, убираем. Убираем. Не в мусорку, не в мусорку. Давай сюда. Так, мы просто... Давай я в стороночку уберу. Так, на. Давай. На, держи. Так, я зеленого, а ты какую попробуешь? Розовую. Ммм, вкусно. Да. Нам много шоколада нельзя, поэтому, ребятки, следующее, что у нас будет, это китайский доширак. Самый острый доширак в мире. Факт. Ну, не факт. Но в любом случае, это корейская лапшичка. Корейская лапшичка, она всегда такая, ну, типа, острая. Угу. Вот я согласен. Повредил, конечно, я криворукий, конечно. Даже пленочку нормально убрать не могу. Сейчас мы скажем вам точнее, что это. Это лапша от Вифон Карри Хот. До 22 года. Ура, мы не отравимся хотя бы от лапши. На острое. Хотя бы от чего-то. 60 грамм массонета. Открываем. Я сказал, открываем. Тут у нас масло. Приправа. Еще это фрукты. О, я впервые вижу складную пластиковую ложку. Сейчас мы ее сделаем. Главное. Да, зачем она нам? Чтобы есть. Так мы будем есть вдвоем. Я буду есть. Ладно, ты будешь есть пластиковую ложку, я буду есть обычно. Это же мой. Ладно, шучу. Да. Ладно, просто вот такая прикольная. Я скажу, повторюсь, прикольная пластиковая вилка. Да. Это лапшичка. Ну, конечно, мало ее. Пауза. Я залил эту лапшу кипятком. Сейчас мы будем. Благодаря ножницам. Я секундочку, я немножечко отключусь. Теперь пока поведи ролик за меня. Да, ребятки, сейчас все будет. Будет куча всего. Короче, ребзи, в этом ролике мы заснимем. Все. Наверное, лапшичка это будет последняя, да? В этом ролике лапшичка, она разделена вообще на 4 части. Первая часть. Но в этой части еда. Это будет чисто еда. Это последнее блюдо, еда. Из еды, самое интересное. Потом чисто напитки. А потом... Именно из сладостей. Да. А потом будет... А потом самое интересное. Там два ролика по отдельной... Два интереснейших, два дорогущих видео будет. Да, там один ролик, один из этих роликов с одной, а только вещи стоит 880 рублей. Одна вещь из этого ролика. Как думаете, что это? Пишите в комментариях. Да. Конечно, скорее всего, вы уже знаете, потому что мы прочли залпом эти ролики. Были, а может, рады. Мы на эти ролики вообще в одну часть сделаем, кто знает. Посмотрим. Самое главное, прям сейчас. Блин, я немного туплю. Я же могу пластиковой вилкой это замешивать, чтобы потом... Давай. Ага. Ну, пластиковую вилку есть, потому что пластиковую неудобно, тем более мы не какие-нибудь там хачи. Да, у нас есть нормальные вилки. Так, масло. Мы где-то там, поэтому мы... Слава богу. Дорогие люди, и чтобы вы понимали, как я помню,
Этот вот доширак стоит 250 рублей, ребятки. Ничего себе, он, кстати, Нижнего Новгорода. Как думаешь, стоит 250 рублей или нет? Не знаю, но мы узнаем. Этот доширак был привезен из Нижнего Новгорода с Совпати Дрю, когда он там был недавно. Да. А в Нижний Новгород он был привезен из Америки или из Китая? Там... Вернее, из Кореи. Да, ребятки. Ну или из Китая. Интересно. Потому что там любят подобные вещи. Ихний настоящий рамен попробовать. Настоящий. Да. Так, ну давайте вдвоем попробуем. Погоди, он должен довариться. Хорошо. Это где-то минут 10 займет. Я думаю, на 5. 10. Но единственной проблемой является то, что тут нет крышки, поэтому я пошел за тарелкой. Первая попавшаяся тарелка. Надеюсь, он выдержит. О, кстати, выдержит. Увидимся с вами через 5 минут. Вернулись, я немного перекосил камеру, но неважно. В общем... Мы, короче, дождались, и мы очень крупно профукались. У нас еще одно блюдо, кстати, тоже остренькое. Нет, не остренькое вроде. Не, да, не острое. Да. Оно... Блюдо на томатке нам мешало. Это офигенно. Ребятки, давай я скажу. Это кранчи. Читос! Кранчи читос, дорогие друзья. С вкусом бекона вроде как. Сейчас мы напоследок все перемешаем. Мы будем уже... дегустировать. Да. Так, пилочкой. Пам. Так, ну на самом деле, вот я вам советую не брать. Выкидываем ложку. Не брать вот эти вот. Вот эти вот трубочки. Они... Брать только виноград и клубнику, потому что когда Паша прожевал, он прям почувствовал. Я тоже сначала думал, вкусно. Но когда мы прожевали, ребят. Так, в общем. Мне будет неудобно есть, конечно. Ну давай сначала ты потом ешь. Так, я сначала попробую, буду молчать. Блин, а многовато набрал. А ты кипяток прям налил? Естественно, кипяток. Попробуй вообще горячий, подуй. Сейчас. Возможно, когда-нибудь мы будем с лицом снимать. Когда-нибудь, может быть, будем. Я кто знает. Секундочку, мне необходимо накрутить теперь это все дело на вилку. Как настоящий спагетти. Мне, надеюсь, тебе понравится. Я тоже надеюсь, что мне понравится. Ну, вот я люблю острое. Острое. Я знаю, что надо сделать. Надо тарелкой это просто взять, переложить. Все, чтобы не было вот этого... дискомфорта, а ты будешь есть из этой баночки. Ну, давай. Я, в принципе, уже умею, поэтому, ребят, я не против. Так, ну, давай. Первый дегустирую Паша, ты меня не спойлери, ты просто там издавай звук такой. Или... Или... Так, все, теперь я пробую. Можно говорить? Островато. Ну, не так сильно остро. После тех кранчичит, вернее, после того принклса, мне, ну, остренько и ладно, неплохо. Я бы даже сказал... Очень вкусно, ребята, это очень вкусно. По вкусу, да, очень вкусно, она такая приятно солененькая, как будто курица. Вот с курицей. Угу. Просто острая. Я, в принципе, роллтон с курицей острый ел. Нормально. Это посильнее, конечно, ну, неплохо, в общем-то, скажу я. А сейчас будет самое прям, что я прям ждал. Так, надо убраться сейчас. Да. Скоро вернемся. Если что, извините, ракурс сместился, пока мы убирались, случился небольшой переворот. Небольшой трабл. Небольшой трабл. Ну что, ребятки, сейчас будет просто. Самая важная часть этого ролика. Кранчи. Ну да, мы мечтали оригинальный кранчи читос купить. Хотя изначально хотели острый, но Совпати Дрю в Нижнем Новгороде. Не нашел, и здесь тоже не нашли. Да, Нижний Новгород, это, кстати, тоже пачка из Нижнего Новгорода, только из Китая, Нижнего Новгорода. Ну, конечно, не написано кранчи, потому что... Потому что это... Только видишь, китайского. А в магазине было написано на чеке, что кранчи-читос. Открываем. И стоит, ребятки, 250 рублей. Понюхай, это реально кранчи-читос настоящий. И выглядит как... Давайте покажем, все да, покажем. Я не буду, я просто... Пачечку, смотрите. Как сказать вам, вот. Бум. Бум-бум-бум. Давайте. Это божественно. Мы пробуем русский кранчи-читос, это другое. По сути, я сейчас вам покажу. Русский кранчи читос. Это обычный читос флаффи, только не флаффи, понимаете? То есть это как будто обычные русские толстые читос, только они сплющены.
это другое совсем. Это гениально. Это... Но не прилипает к зубам, хотя русский чизос прилипал точно так же, как и вот этот плащик. Да даже обычный чизос. Сыр, например, то же самое. Да. Для возьмешь или с кетчупом, он прилипает, а потом приходится мыть. А это имба. Особенно после лапши, это очень вкусно. 10 из 10. Да, это самое вкусное блюдо. Это самая высокая оценка, 10 из 10, лайкосик. До свидания. Мы записываем вторую часть. Это, кстати, это был «Американские сладости 3. Part 1». До свидания. Здравствуйте. Это часть «Американские обидел. Сладости 3. Part 2». Да. И сегодня, ребят, у нас молочко. Милк, милк, милк. Нет, молочко. У нас сегодня много. Это напитков. Начнем мы с молочных палочек «Поки». Вы спросите, какого фига? Это нифига не жидкость. На самом деле это палочки, которые вы заливаете молоком и пьете через них. Вы, наверное, такие уже пили когда-нибудь. Бука. Я пил через них. Я... Ребятки, это лимитированная коллекция. Я пил через русские. Я пил через такие же, но только русские палки. И, ребятки, это лимитированная коллекция, прошу вас заметить. То есть не лимитированную коллекцию. То есть я смог найти лимитированную коллекцию. Сам для этого видосик. Да, лимитед. Не поленитесь, поставьте, пожалуйста, лайк на этот видос и напишите коммент. И Паш, поддержите ссылочку на его канал в описании, потому что мы старались для вас, понимаете? Это еда. Это не... Сеня, блин! Ну что же, сегодняшний ролик про напитки мы начнем правильно, с еды. Молодец, Сеня. Я уже обрадовался, будем пить. А это еда, это, короче... Вот это так... с молоком можно. Разве нет? Вкусно. Да. 10 из 10. Ладно, 10 из 10. Раньше тут были лучше. Кто не видел прошлую часть, ссылочка в описании. Да. Там, короче, чизос настоящий. Прекрасно. Ладно, начнем с того, что вы ждали больше года. Мы в прошлом ролике обещали попробовать все вкусы Аризоны. Конечно, мы пробуем сейчас не все вкусы, а только еще два новых, но... Киви, ребятки. Это Watermelon. Киви и Strawberry. Было куплено у нас. Поки очень вкусно. Я просто думал, что поки это типа сначала шарики. Ты тоже думал, да, так сначала? Да. Ну ладно, ребятки, но... Там такая вкусная. Надеваем. Сейчас ссылочка на тот ролик писать. Так, у меня желтая, здесь зеленая. Да, надо будет сейчас переместить. Блин, местами. Это просто жесть. Я так... Вот я реально вот эти лапшой... Так, начнем. Это... Значит, сейчас мы увидим... Сейчас мы полностью в полный рост. Аризона. Стробери и киви. Пробуем. Было куплено у нас. Да, давай чокнемся, типа. С Новым годом. Давайте уж лучше вот здесь вот. Да. Все, ребятки, давайте. С Новым годом вас. Сейчас, погоди. Перевести сюда поближе. Да. С Новым годом вас, дорогие друзья. Ага. С прошедшим. Да. Хотя, может быть, кто смотрит спустя год, и у него сейчас канун Нового года. Ну, я, наверное, на Новый год буду смотреть. Это отвратительно. Это дерьмо! Даже... Даже что? Ты обкекался от этого вкуса. Я даже пёрнул об этом вкусе. Я это пью, чтобы освободить стакан, потому что это реально невкусно, это очень невкусно. Я там... Тут ни того, ни другого не чувствуется. Аризона, ты был одним из самых вкусных напитков прошлой, в первой части. Что с тобой стало? Ладно, надеемся, Аризона... В окно его. Нет, в окно его мы не будем, отложим в сторонку. Сейчас я допью чисто. Сюда мы будем откладывать самые худшие продукты. Вот сюда вот. Нет? Плохо. Ладно, у нас ужасно, ребят. У нас всего две Аризоны. Первая вот мы купили. Вот, киви Strawberry никогда не берите. Вся надежда на вторую Аризону, которая была приехала к нам из Нижнего Новгорода, это Watermelon. Арбуз. Я приехала к тебе. Да, ко мне. Ребятки, я вот еле сдержался, чтобы не выпить. Понимаете, как я в дороге еле сдержался. 99 центов стоит, смотрите. Great buy. Отличная покупка, 99 центов. У нас это намного... Это нас превращается в 300 рублей. Да. Так, ставим, ставь, ставь, ставь. Потом в полный рост вам ее покажем. Да, у нас намного дороже. Так, ну... Поменьше, в этот раз на всякий случай буду поменьше наливать, чтобы нам не было так тяжко. Как ребятки, юки, помните, юки и зубы? Надеемся, то что... Это не так. Это, ладно. Ставим, пока что мы не будем ставить в отстойник. Дерьмо. Она такая же.
такая же, какого лешего? Это дерьмо. Она такая же. Ребята, это такое же. Это она одинаковая на вкус. Почему? Почему? Главное согласись. Это они одинаковые на вкус. Тебе нравится? Да нет, мне вообще не нравится. Ребята, мне нужна новая трубочка. Извиняюсь. А где мусор? Сейчас. Это они одинаковые абсолютно. Почему? Я даже не понял. Я сейчас пока заплатит и выкидывает. Ужасно просто, ребятки. Они одинаковые, отвратительные. Понимаете, я потратил зря. Я мог не покупать вообще. 600 рублей. 600 рублей. Ради ролика. 600 рублей, они отвратительные. Ладно, вся надежда на два милкшейка, которые мы купили. Да, да, вот вкусно. Мы взяли оранж смуш, это оранж, это значит оранжевый смузи, шучу, из цитрусовых, и грин смуш, зеленое, шучу, из яблока, киви и почему-то манго, оно не очень зеленое. Хотя, может быть, они использовали сырое манго, извините, пожалуйста. Ладно, итак. Давайте с оранжевого, помню. Давайте. С кислого. Да, давайте. В общем, мы вам сразу покажем их. Оранжевый смузи, короче, ОКФ. Не будем долго заостряться. Да, не будем на нем. Может, и видели? Мы видели название. Тут и цитрус, тут и виноград, ё-моё. Достаточно, надеюсь, вкусно. Я надеюсь, это как сыворотка, как... Так же, как в прошлый раз, только... Первый раз, да. Но я вам говорю, лучше взять такие смузи. Ну, по крайней мере, хотя в прошлый раз. Чем это Аризона, реально. Да. Зато эти банк можно металл взять. Откроешь? Дорого выйдет. К 3 копейки. Тут 3 миллиграмма алюминия. Да, давай я. Да, в этот раз совпадет, дрюндривать. Главное, не промажь, пожалуйста. Не пролей. Не, никогда не могу. Ладно, стой, хватит. Я себе налью уже сам. Я налью себе... Так, я пока пробую, но я не буду говорить. Я себе не очень много налью, чтобы потом второй попробую перегустировать. Ладно, мне совпадет, уже показывает, так сказать. Я не буду вам показывать, что он мне показывал. Ну, сейчас узнать. Ну, это офигенно. Угу. Это реально это очень неплохо. Это неплохо, это, конечно... Тоже сыворотка. Да, как я и говорил. Правда, чуть более непонятный вкус. Да. Это более необычный. Я сейчас пойду вылью, потому что я не хочу себе прям желудок заплатить, потому что чтобы вас ждет конца, это жесть. Да, я тоже. Сейчас мы продолжим. Ну, в общем, советуем, берите обязательно, если найдете. Ну что, ребятки, это у нас смузи со вкусом яблоко, киви, манго. Let's Давайте go. Я налью в этот раз. И мне, и тебе? Да, и мне, и тебе, да. Садись. Давай. Так, не буду. Я пока, я не хочу набивать просто желудок. Раньше, ребятки, это ради того, чего я ехал. Это сама. В этот раз я смог сам даже что открыть. Что я не жалею, так это жвачки, леденцы. В этот раз мы поменьше нальем, потому что не потому, что мы боимся, что будет невкусно, а потому что боимся, что мы не влезем. Не влезет в нас. Да. У нас очень много чего интересного остается. Так. Отставляем пока что в другое место. Так, отставим сразу туда, где хорошее находится, потому что я уверен в нем. Зря я это сделал. Он отправляется вон туда. Это отвратительно. Я не знаю даже. Это вообще непонятно. Это вкус сыворотки с какой-то непонятной ерундой. Это да, это невкусно. Оно отвратительно. Я соглашусь, потому что тут лишняя манго. Манго вообще никак. Лишняя манго, согласись. Манго лишняя. Мы не будем допивать, потому что это был последний напиток. Да, такой короткий ролик. Напитки на этом кончились. Самое интересное, это оставшиеся два ролика. Итак, с вами был Sapphire Gaming Heather. Американские сладости 3, part 2 завершается. До свидания. Пока Sapphire друг нам подходит, мы вам давали в первой части подсказку. Это ролик обошелся нам 880 рублей, в нем будет всего одна позиция. Вы спросите, как так? А я вам отвечу, Been Buzzled Game. Да. Мы окурили... Полное название, давай. Да, Been Buzzled Jelly Beans The Game. Да. Мы откроем пленочку. Ребятки, там столько вкусов, этот ролик будет длиться... Давайте мы вам зачитаем все вкусы. Да. Итак, вкус номер один. Новенький. Жук-вонючка или жареный маршмеллоу. Помои или тот на день рождения. Тухлое яйцо или попкорн с маслом. Спрей скунса или лакрица.
рвота или персик, собачий корм или шоколадный пудинг, сопли или груши, прокисшее молоко или кокос, вонючие носки или тутти-фрутти, да, протухшая рыба или смузи клубника-банан. Иди пока за пакетом. Давай вырезать. Не, давай, там лежит рулон пакетов. Нет, маленьких. Точно? Да. Я пока... Ой, надо же, вы должны видеть, тут просто пленочка. Я типа, я как будто распаковываю новый iPhone, представляете? Стоит примерно столько же, только iPhone всего лишь в 100 раз дороже, но не страшно. Ой, что же... Зачем? Я случайно. Ладно, давай сюда. Ты не знаю, я трогаю. Специально для таких, как ты, есть перфорация. Относи назад. Вы видели, что сейчас Сафари Дрю вытворил? Да я не хочу его просто позорить. Итак, опустим. Опустим камеру, потому что вы должны это видеть. Бин Базлд, Джелли Бинс. Страшно. Погоди. Игра. Сама игра, она выглядит вот так. Нам показывается конфета. И тут называется вкус, исправно на английском языке, естественно. Но устанавливаем в боевую готовность. А это пакет с конфетами, который высыпается в эту ячейку. Прекрасно и просто. Ой, мне страшно. Я боюсь, мы скорее всего, мы вообще изначально хотели сделать жесткую систему жеребьевки, но мы сделаем на ЦУИФА, потому что у нас но времени в обрез. Мы просто, у нас будет, допустим, 10 раундов. То есть каждый раз здесь съест по 10 конфет. Итак, начнем, узнаем, кто первый начинает на ЦУИФА. 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 Ага. Ты первый начинаешь, крути колесо фортуны. Крути колесо жгучей фортуны. А как его крутить? Просто крутани вот так вот. Вот как хочешь. Тебе попадается вот, клубника, вот. Банана, смузи или мертвая рыбина. Выбирай. Вот тебе потом понять будет ей. Да, выбирай. Ну, давайте, может, не будем, ребят? Будем, естественно, выбирай. Это? Ну, нет, вот они вот такие. Вот такую. Ребят, может, не будем, может, будем. Я уже чувствую, как она пахнет, ребят. Кай. Ой, я не знаю. Наверное, это все-таки мертвая рыба. Ешь! Да, вонять будет. Ну и ладно, почистишь зубы. Зубная щетка, которую ты мне подарил. А что еще есть? Ух, смузи этот? Смузи и рыба мертвая. Это смузи? Да. Совпасть, Дрю, в этот раз повезло. Итак, я в этот раз кручу колесо. Сейчас крутану. Чтобы поинтереснее было. Мне выпадает шоколадный пудинг или же собачий корм. Получается у нас коричневое. Ой, страшно. Ну я уже ел. Непонятно, да? Сладкое. А ты можешь быть паста, типа? Это пудинг. Повезло, повезло. Так, я пока что налью. Ты тоже пьёшь? Это плохой. Да? Да. Какой хороший. Не забудь, оранжевый твой. Это шоколадный пудинг, да ладно. Итак, первый раунд завершён. Я передумал, у нас будет всего их 5. Да. Потому что страшно. Пока поставим его вот сюда. Крути. Крути, Сень. Не страшно пока что. Так. Тебе выпадает... Чёрное. Тебе выпадает чёрное, либо... Я сейчас посмотрю, что чёрное. Чёрное это у нас либо спрей... Это либо спрей скунса, либо... Либо... Либо лакрица. Лакрица. Чёрное выбирай. Лакрица это что? Это такая штука. Это типа то, что при производстве сахара остается. Ешь? Нет. Ешь. 5 раундов. Я и так тебе нам облегчил ситуацию. Спрей скунса? Понятно.
Это был спрей скунса. Теперь я кручу. Мне выпадает бёздай кейк, либо... А что будет дальше, ребятки? Мне выпадает либо бёздай кейк, либо же грязные носки. А вот тут уже, да, тут уже непонятно. Обратно! Зараза! Точнее... О, еще больше отвратно! Почему я выпил этот гребаный смузи? Заешь. Я пишу количество. Я уменьшаю количество раундов до 3. Это последний раунд. Крути. Нормально. Ладно. Что тебе выпало? Давай еще раз. Я нормально крутанул. Давай. Тебе выпадает. Либо, значит, персик, либо сопли. Выбирай. Она такая вот? Зелененькая, да. Так, и давай Паша сразу. Сразу вдвоем. Ну. Понял. Мне выпадает... Ну, это не так противно, как раньше, знаете. Мне выпадает мертвая рыба, либо же... Ну, короче, то, что вначале было. Ну, так противно после этого. Ну, заесть хотя бы кранчи читосом. Мне повезло. Ну, а сейчас... А, нет! Надо поначалу дальше нормально, потом уже все. Ладно, ребята, переходим к... К следующему ролику. С вами были... Геймикадр Сапфайдрю. Кто хочет продолжение рубрики Бин Базл, но в качестве наказания за какие-то вещи, пишите, потому что мы далеко не все попробовали. Сапфайдрю, бери пока что в сторонку. С вами был Геймикадр Сапфайдрю. И я иду в туалет. Да, и это была Американские сладости 3, Part 3. До свидания. Самое жесткое, что было за всю третью часть Американских сладостей. Тут вы думаете, осторожно. Это, вы думаете, ну чего, Бин Базл-то обычный, но... Посмотрите это, наверх. Это Бин Базл, во-первых, острые и пряные. Очень. Прикол в том, что тут есть всего лишь 5 видов конфет. Ширирача, халапеньо, кайонский, перец хабанеро и королевский жнец, но это Каролина Риппер, более известна как Каролина Риппер. Это самый острый в мире перец. 2,2 миллиона сковелей. И сегодня мы попробуем эту конфету, но после не получим. Роя так будет называться. 2,2 миллиона сковелей. Да. И в скобочках Американские сладости 3, часть 4. Part 4. Они уже сразу открытые. Начнем. Ну, логично, то, что смузи должен быть, ребятки, не особо... Ширирача, он такой, да, немножечко вот темно-коричневый. Так, давайте начнем с халапеньо. Или что там? Ширирача самый мало острый. Ну, сколько там много? Я не знаю, сколько там сковелей. Давай узнаем. Я высыплю все эти конфеты, чтобы было удобнее искать их. Нормально. Тут очень много. Мы сейчас не сидим. Ты очень... Да, мы все по одной штучечке. Так. Да. Сколько? Сейчас мы спросим у Гугла. Окей, Гугл. Да. Давай. Давай, короче, сейчас... Сейчас интернет включился. Сейчас мы зайдем в интернет. Давай, сейчас возьмем. Зайдем в браузер. Да. И узнаем, сколько в... Сейчас мы узнаем. Сколько... Сковелей... В... Ширирача. Ширирача. Перца ширирача. Ширирача. Поиск. Так. По запросу. Соус ширирача. Это вообще соус, оказывается. Это соус. Острый соус. В топ 500 острых соусов входит. Так. Острота перцев. Мы... Так. Главное, случайно не попробовать королинский жнец вместо того, что тут можно спутать, видишь? Ну, да, не похоже. Так, первое место. Ладно, в любом случае, ну чего? Так, вроде бы вот эта ширяща, да, такая вообще?
Да, надо убедиться в этом 100%. Ты взял Каролину Рипер, молодец, ты чуть не сдох. Нет, ты взял кальянский перец, ты все равно чуть не сдох. Так, нам нужен темно-оранжевый. Один темно-оранжевый тебе и один темно-оранжевый мне. Не будем много есть, ребятки. Ой. Островато. О! Зубы жжет. Зубы мои жжет. А! Почему он такой острый? У меня бочка языка коснулась. Бочком языка коснулась. Молоко. Молоко, секундочку. Это жопа. Это жестче, чем те странные чипсы. Гати, это только первый уровень. А дальше нас ждет. Это я боюсь, то, что дальше мы будем делать немного по-другому. Мы будем разбивать на две части, касаться язычком. Давайте халапеньо теперь. Ну, по центру. Вот язычком. Халапеньо я ел в пицце, не так жестко. Ну чем язычком? Я лично для личной безопасности буду разбивать на две части и касаться язычком. Давай две части на двоих тогда. Давай. Вот она. Самая острая центровина. Нифига нету. Не острая вообще. Не острая. Подержи подольше. У тебя начнется отдавать остротой. Ничего не так. Ну, хочешь съешь, на, хочешь съешь. Мне остро, мне очень остро. Так, кальянский перец, давайте с этим быстрее покончим. Я не могу, это очень не страшно. Кальянский перец. У меня до сих пор не прошла острота, я хочу, чтобы у меня сейчас острота прошла. Все, острота прошла. Каенский перец, он темно-красный. Тут, блин, не спутай с Каролиной Рипер, главное. Ну, вроде бы, да. Каенский. Я боюсь. На. Да начи. Ребят, пофиг, все. Я пробовал самый жесткий. Это Каролина Рипер. Ты не против? Как хочешь, я просто за твою безопасность не ручаюсь. Ладно. Давай твой нарастающий. Давай, одно такое. Ой, меня до сих пор первая не прошла. Ну да, у тебя тоже? Я на секунду коснулся, оно уже очень остро. А у меня нет, нормально. Да, мне нормально. У меня нет такого... Не, чувствую, как шпор очень, мне кажется. Перец хабанейро. Открываем хабанейро, он светло-оранжевый. Предпоследний. Предпоследний хабанейро. Не знаю, мне до этого было острое, поэтому... Я просто люблю острое. Пошло? Пошло, да? Совпадает и пошел эффект, который у меня сразу начинается. Мне его, видимо, на... Не могу! Это предпоследний. Не могу! Я уже весь язык там. На. Я на 3 секунды коснулся, но уже немножечко. Бля. Для нашей же безопасности мы не будем доходить до Каролины Рипер. Шучу. Каролина Рипер. Мы... Давай, давай сразу жестко. Каролина Рипер, мы идем к тебе. Ну пока не надо. У нас еще эффект от хабанера нету. Я все равно просто пока подготавливаю. Пошел эффект, да? Ты попробовал? Че нет? Это пизда. Не помру руки.
Да я приду, когда будет эффект. Нафиг. Пошел, да? Печенький эффект пошел. Ну, тоже нарастает от этого Каролина Риппер. Крики на заднем плане, это все крики. Сень, молоко на столе! Я специально тебе в стакан налил молоко, блин. Дорогие подписчики, если вы хотите, если под этим роликом наберется 1000 комментариев, мы разыграем Бен Базлд. Любому рандомному подписчику. И нет, не потому что мы такие щедрые, потому что у меня. Потому что у меня уже руки горят держать эту штуку. Я всю себя брал. Я реально, как будто ожог уже образовался. Язык, если вы думаете, то, что у меня так, я так пою, нет, у меня язык до сих пор горит. До сих пор он очень сильно горит. Никогда у меня так сильно не горело. В физическом плане. Это вот, блин, самое острое, что я попробовал за свои жизни. А, Сень! Да. Я понял, почему мне так начало жечь сразу же. Знаешь почему? Я, кажется, все-таки перепутал и взял предпоследнюю стадию, потому что они очень похожи. Потому что я удивлен, почему самый менее острый перец так жжет сильно? Ну, вот, оказывается, вот в чем дело. Вообще, за этот выпуск, за все эти выпуски, а именно 4 штуки, я понял, за все эти 3 выпуска, я понял одно. Американские сладости могут быть как вкусными, так и отвратительными. Как нифига не острыми, так и настолько острыми, то что меня может до сих пор сжечь. Они могут быть вкусные. Могут быть невкусные, могут быть приторные, могут быть соленые. Они могут быть чем угодно. Но, если вы действительно хотите, чтобы эта рубрика продолжалась, подпишитесь на канал Завтра. Потом мне хуёво. Поставьте лайк под этот ролик. Потому что мне очень фигово. Напишите комментарий. И тогда, думаю, мы сможем продолжить эту рубрику. А эта рубрика очень мне нравится. Очень сильно. В кавычках. Нет, не серьезно, мне нравится. Мне до сих пор жжет. Я не говорю, что мне перестало жить. Мне до сих пор очень сильно жжет. Мне до сих пор. Я через силу говорю. Я тоже. Ну так о чем я? Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк, бейте в бубенцы. И самое главное, пишите комментарии поддержки, потому что нам это сейчас действительно надо. Я жвачку съем. Да, только оставь мне, пока.